Силовые двойки работают на осях, как мы уже и говорили. Осей может быть несколько. Во-первых, основные это будет правая, левая, средняя и дальше в зависимости от ситуации. Но если мы будем наносить силовые двойки на шагах, то ключевыми у нас останутся две оси. Одна и вторая, то есть на ногах. И именно на них мы и рассмотрим варианты силовых двоек. То есть не тычки, которые мы можем наносить просто перемещаясь в пространстве, а именно чтобы было вложение, вращение корпуса. Первый. Переходим на левую ногу. Раз, оставаясь на ней. Два. Задняя свободная нога обязательно освобождается. То есть мы не пытаемся прилипнуть и порвать себя. Нет, пяточка освобождается, довернулись на носочки. При этом она же будет выступать как якорь, которая не даст нам завалиться вперед. Очень важные нюансы, которые стоит учитывать при отработке. Итак, левый, правый, на левый, правый, левый, правый с переходом на правую, левый, правый, левый, правый, правый, левый, правый, левый. На примере боковых просто чуть-чуть будет понятна работа плечами. То есть они обязательны. Потом можете делать все, что угодно. Бам-бам. Либо прямые, какие угодно удары. Главное поймать вот это вращение на каждой из осей. Сначала мы их ищем фронтально.